Колокольный звон имеет особое значение. Это не только церковное искусство, это часть церковного богослужения. При освящении мы просим Господа надевить эти колокола благодатью Святого Духа. Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй на достоянии святых Божьих церквей и соединений всех. Господу помолимся. Господи, помилуй. Посвятим храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим палящих вонь. Господу помолимся. Господи, помилуй.
Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, честнем пресвительстве во Христе диакомстве, о всем притче и людям Господу помолимся. Господи, помилуй. О Богу, храни мне стране нашей России и спасение ее, о народе, властях и воинстве ее, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде нашем, всяком граде, стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. И же благословите компаны сие, славу святого имени Господня, небесным благословением Господу помолимся. Господи, помилуй. И же благодатися им благодати, якуда все слышащие, свинение их, или в дни, или в ночи, возбудятся к словословию имени святого Твоего, Господу помолимся. Господи, помилуй. Понеже глазом свинение их, утолитеся и утишитеся, и престати всем ветром сильным, бурям же, громом и молниям, и всем вредным, безведрием и злорастворенным воздухом, Господу помолимся. Господи, помилуй. Понеже отгнать и всю силу, коварство же и наветы невидимых врагов от всех верных своих, глаз слуга их слышанных, и к деланию заповедей своих возбудите я, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе. Рабу своему законоположному Моисею трубы сребряные сотворите и сыном Аароном не всегда жрите и тебе вострубите, повелел еси. Я когда услышавши люди твои глаз трубный готови, где же поклонитесь тебе будем. И поеже жертвы приносите себе, соберутся, и в брани труд всех гласом оглашения, побеждению врагов крепкого вооружаться. И ныне, владыка Пресвятый, смиренно молим тебя, презри милостивно на прилежное моление нас, недостойных рабов твоих, и компаны сими. С
службе Церкви Твоя, святые. Славу же, великолепого и всесвятаго имя Твоего Слова Кремния, небесным всем Твоим благословением и благодатью всеосвящающего Твоего Духа благослови и освяти. И влей вон силу благодати Твоя, якобы услышавши верные раби Твои, глас звука Его, в благочестии и вере укрепятся, и мужественно всем дьявольским наветом противостанут и молитвами и всегдашним словословием Тебе истинного Бога себя победят. Церкви же на молитву и словословие святаго имени Твоего во дни и в ночи спешно, яко ведомя туда ведутся. Да утолятся же и утешатся, и пристанут, и нападающие бури ветреные, рады же и вихри, и громы страшные, и молния, и злорастворенные, и вредние воздухи глаза Его. Ты бы, Господи, Боже наш, ведущий умными и одушевленными созданиями Твоими, славу Твою, спасение и пользу верного Твоим, но и бездушными, якоже Моисеевым злом и медленную змею, змеею в пустыне, вся ярохочеше, преславная твориши и чудодействующие. Вся бы тебе возможна суть, невозможно же ничто же. И тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки. Мир всем и Духе Твоему, хвалы вашу Господи, и преклоните Тебе. Змею жрец, идущих пред пилотом сведения и ребенством, первым сынам пасти и разрушительства сотворим еси, и вся возраде сущая в руце людей твоих предан еси. Ты и ныне в компансии небесными твоими благословениями исполнил. Я когда глаз свинение его услышал, просимые воздушные силы вдалеки от град верных твоих отступников. И вся раздержанная их огненная яжа на нас стрелы власти. Искание же молнии, нападение града и вся вредная воздухов творения, все сильные и крепкие десницы, прогонимые им державного, удалятся, и тихо и отступят. Вся Бог, Ты, славу Твою, пользуй спасением нашего средства и Твоего. Твоего есть, ежемилый и спасатель Божий наш, и Тебе славу высылаем, изначальному Отцу,
Христу, единородному и Сыну, и все святым и благим, и животворящим и Духом, ныне и присно и во веки веков. Первый колокол осветит, мы выходим очень хорошо. Вот смотри, как освещение. Не подсветит. Бомы. Боже, помощь мою во мне, Господи, помощи мне почисти, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ими злая, да возвратятся обестыдящиеся глаголующие ими, благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. А женишь есть мил Бог, Боже, помози мне, помощник мой, избавитель мой, если Ты, Господи, не закусни. Боже, помощь мою вон ми, Господи, помощи мне почися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ими злая, да возвратятся аби и стыдящиеся глаголующие ми, благо же, да возрадуются и возвеселятся от Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь и любящий спасение Твое, а женишь есть мил Бог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закусни. Дорожку дайте назад. Принесите, Господи, ве сынове Божии, принесите, Господи, ве сыны овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, уклонитесь, Господи, во дворе святим Его, глаз Господень на водах, Бог славы, возгреми, Господь, на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень великолепий, глаз Господа сокрушающего кедра, и строит Господь кедры ливанские, и иснет я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорог. Глаз Господа, пресецающего пламень огня, глаз Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню Кадийскую, глаз Господень, совершающий елени, и открыет убравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет и сядет, Господь царь век века, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей. Молимся, услыши, помилуй. Еще молимся о великом Господине, о нашем святейшем патриархе Кирилле и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Германе и о всей во Христе братии наши. Господи, помилуй. Еще молимся, Богохраним, и стране нашей российской, спасение я, во всех воинств и народе я, да тихо и безмолвно житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся за всю братию и за вся православные христианы. Волгограда. Колокола освящены, а это значит, мы можем насладиться их голосом. Пришло время зазвонить сувенирные колокольчики, которые вы принесли с собой, тем самым дав сигнал к началу первого звона колоколов храма. Звон колокольчиков мы будем сопровождать добрыми и светлыми пожеланиями для своих близких, друзей и всех тех, кто пришел сегодня на площадь. Вы готовы услышать многозвучие колокольного пения? Пусть же летит этот перезвон по всей площади, по всему городу-герою Волгограду.
Московском кафедральном соборе Александра Маринова для вас прозвучал пасхальный звон. Ну а сейчас, дорогие друзья, братья...